Итак, всем привет. Thank you, the fourth frame. Anthony McGill to break. Сегодня у нас Ронни О'Салливан и Энтони Макгилл, чемпионат Великобритании 2023 года. Первый раунд, четвертый фрейм, аж до 6 побед. Рефери Роб Спенсер начал фрейм Энтони. Совсем немножечко не хватило Ронни открыть счет в этом фрейме. Очень близко. Ну, вроде бы есть атака у Макгилла. Нет. Ну, отыгрался. Foul and a miss. Anthony McGill, four. One. Anthony McGill, one. Eight. Forty.
20. Ошибся. Энтони набрал только одно очко. Хотя желтый был несложный. 27. Тут Рони чуть не ошибся. Ну, позиция неплохая. Как раз может сравнять счет в матче. Fifty-eight. 66. Seventy-four. 82. Ronnie O'Sullivan, 89 on the front. Thank you, the fifth frame. Ronnie O'Sullivan to break. Хорошая серия от Трони, 89 очков, выиграл он фрейм, счет стал 2-2. А теперь перемещаемся в пятый фрейм, хорошо отыгрался Ронни и Магел играет от борта. He's touching both, Ronnie. One. Ronnie O'Sullivan, 4.
Люк упал Ронни, но играть нечего, придется отыгрываться. Так что только одно очко. Ронни О'Салливан won. One. Nine. Fifteen. Thirty-seven. Forty-five, 53, 59. Sixty-six. Ronnie O'Sullivan, 66, and the frame.